Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область. Песня про солнышко мое ясное и прекрасное, звездочку ненаглядную, ну и так далее и тому подобное. Которая... Она для меня солнышко, она для меня ясное, добавим сюда лучезарное, еще можно так прекрасное. Она для меня радость дня, она для меня все целое, что можно еще сравнить, когда их счастье неимоверное. Достаточно улыбки с ее шикарных губ и глаз таких волшебных, шедевр, я клянусь, где свет души играет, где кажется готов в нем раствориться, боже мой, и утонуть при всем. Она для меня звездочка, она для меня яркая, блестящая, изумительно, которая настоящая. Она для меня сказка, где она для меня чудо, вот и сон, если можно так сказать, представить себе насчет. Достаточно улыбки с ее шикарных губ и глаз таких волшебных, шедевр, я клянусь, где цвет души играет, где кажется готов в нем раствориться, боже мой, и утонуть при всем. Она для меня солнышко, она для меня ясное, добавим сюда лучезарное, еще может так прекрасное. Она для меня радость дня, она для меня все целое, что можно еще сравнить, когда как счастье неимоверное. Достаточно улыбки с ее шикарных губ и глаз таких волшебных, шедевр, я клянусь, где свет души играет, где кажется готов в нем раствориться, боже мой, и утонуть при всем. Ей-богу, так бывает. Спасибо.